2 апреля сильнейшие рукоборцы республики соберутся в селе Батырево. В спортивном комплексе «Паттар» они поспорят за награды первенства Чувашии. Юные мастера летающего валана 2 и 3 апреля в спортивной школе номер 1 столицы республики будут бороться за награды первенства Чувашии. 2 и 3 апреля в Центре зимних видов спорта пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы Центра «Спорт Лайф». 2 и 3 апреля физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» города Чебоксары станет местом проведения межрегионального турнира по мини-футболу «Негаснущие звезды». 3 апреля в специализированном зале спортшколы «Спартак» столицы республики пройдет чемпионат Чувашии по дзюдо.